Привидения на море. Привидения существуют не только на земле, но и на море. Пример – призраки кораблей. Самый знаменитый из них, разумеется, летучий голландец. Об этом корабле с грязными парусами и командой мертвецов на борту до сих пор рассказывают легенды. И до сих пор его боятся, хотя давно уже корабли не ходят под парусами. Корабль-призрак винят в том, что он заманивает другие корабли на скалы и подводные рифы. Стоит морякам с какого-нибудь современного корабля завидеть вдали летучий голландец, и у них тут же портятся все запасы провианта и пресной воды. А иногда корабль-призрак причаливает к обычному кораблю, и капитан-мертвец просит перепуганных живых матросов передать на землю пачку писем. Если исполнить просьбу призрака в точности, просто передать письма почтовой службе, все обойдется. Но стоит кому-нибудь из моряков полюбопытствовать и вскрыть хотя бы одно письмо, весь корабль идет ко дну.